achieved with CryEngine 3. Рэншан официально все еще остается секретной операцией США. Ты будешь моими глазами и ушами, пророк. Любой ценой сохранить жизни своих людей, цель достойная, я ее. Но главная твоя задача — это доставить мне информацию. Если сможешь, принеси образец. Не сможешь? Просто вернись живым и расскажи, что видел. Ключ ко всему наносистемы, но у нас слишком мало времени. Пришла пора человечеству проснуться. Восстановление системы. Коррозийные агенты изолированы. Повреждение базовых систем. Идет перенаправление энергоподачи. Так, сигнал с твоего костюма нестабилен, но пока тогда. Не думай, что мы были представлены. Джек Харгрив, к вашим услугам. Уверен, что Нейтан Голд упоминал мое имя, однако смею предположить, ничего хорошего обо мне он не сказал. Впрочем, сейчас у нас есть дела поважнее. Нужно вернуть тебе скорость перемещения и оружие. Итак, в данный момент ты находишься недалеко от бюрократического центра города. Думаешь, что если взорвать всех этих политиков, что-то изменится? Увы, их заменят обращики ничуть не лучше. Но ты можешь мне не верить. Зачем, право слово? Доверие должно быть заслужено. Иди и глянь сам. Я буду помогать тебе, как смогу. Однако тебе придется спуститься в самое сердце этого гадюшника. Там есть то, что тебе понадобится. Основные системы в норме. Костюм готов к работе. Маскировка отключена. Просто забрала. Нановизор включен.
Вылечиваюсь потихоньку. Так, сказали доктора. Но он забрал их. Перерабатывали важных женщин, как и подобает их статусу. Полная зачистка – идеальное решение, не так? Вспомните аргентинский вирус рогатого скота 2 года назад. Или вспышку коровьей энцефалопатии в прошлом веке. Проблема была не в том, чтобы уничтожить животных. Это просто. А в устранении останков. Как избавиться от миллионов гниющих труб? Цефы нашли ответ. Стирают нас с лица земли. Сводят к нулю воздействие окружающей среды. Образцовый метод. Чем спрашивается? Это было бы омерзительно,
если б не было столь захватывающе. Thank you.
маскировка отключена. Нановизор включен. Маскировка отключена. Новенького приготовил для нас большой брат. Мало ему было на наши денежки наводнить город уродами в камуфляже. Теперь нам докладывают о выводе на улицы города экспериментальной военной техники. Причем бы только сканировать это дело неизвестно. Свидетели из центра города смогли обойти телефонную блокаду и доставили нам. Если сможешь раздобыть некоторые элементы конструкции пришельцев. Корабль, подбитый сегодня пилотами Мокрыта, пристыкован где-то на земле. Ищи ваш или что-то... Thank you.
Посмотри вокруг Алькатрас. Посмотри на ландшафт. Ты когда-нибудь хотел посидеть в другом? Считай, что ты почти здесь. Будь у нас больше времени.
путем. Маскировка отключена.
Боюсь, сынок, у меня плохие новости. Минобороны решили расправиться с цефами своеобразно. Взорвать дамбу в Россене и затопить кальмаров. А вместе с ними и половину города. Выглядит безумием, но, полагаю, именно это они и сделают. И я не хочу, чтобы этот душ застал тебя под землей. Двигай в самый центр этого цефского логова, Алькатрас. И оттуда ищи выход наружу. Поторапливайся. Времени в обрез.